Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на губку Боба для Майнкрафта Pocket Edition. Собственно, после установки этого мода в вашем мире Майнкрафта появится мир из губки Боба. Я думаю, что многие смотрели этот мультфильм, и многие хотели бы этих героев в вашей игре Майнкрафта. Что ж, друзья, данный мод осуществит вашу мечту, и начнем мы с планктона, довольно нейтральный. Хотя нет, это, наверное, все же агрессивный моб. Выглядит вот так, одноглазый. И, друзья, очень злой. И с него, если не ошибаюсь, дропаются деньги. Давайте мы его даже убьем с помощью руки. Да, я не знаю, сколько у него хп. Так, умирай давай, чувак. Очень классное занятие убивать планктона рукой. Но, друзья, хп у него, как понимаете, много. Так, умирать он ничего не собирается. Давайте возьмем алмазный меч. Кстати, здесь есть также очень плохо. Лопатка. Спанч Боба. Собственно, друзья, нет, с него ничего не дропается. Ну ладно, переходим дальше. Дальше у нас есть вот такие рыбы, которые были и вправду в мультике. Выглядит довольно прикольно. Да, привет, друг. Привет, рыба, точнее. Ну, а теперь мы сделаем нашего Спанчи Боба. Здесь он довольно странный, друзья. Я не знаю, почему его сделали зеленым, но все же он зеленый. А Сквидвард, друзья. Ну да, это настоящий Сквидвард. Привет, друг. Привет. Ладно. Давайте посмотрим, кто это у нас. Я даже не знаю, кто это такой. С очком кого-то ловит, но текстурка непонятная. Что, создадим Патрика, друга Спанч Боба. Привет, дружок, друзья. Прикольные трусишки у тебя. Друзья, также здесь есть и машина, на которой они смогут передвигаться. Собственно, и мы. Мы сможем сесть. Сейчас все прогрузится. Кстати, прогрузилось все быстро. И, собственно, это настоящая машина. Так же, как и в любой игре про губку Боба, здесь есть и медузы, друзья. Вот они у нас. И что ж, это довольно прикольно. Также заменили солнце, изменили облака. Ну а самое классное, здесь изменили воду. Давайте мы посмотрим или взглянем на нее. Вот такая, друзья, прекрасная водичка. Водичка стала у нас. Что ж, друзья, обязательно ставим лайки за такой прекрасный мод и подписываемся на канал.